на все 100. У Полины Талерчик абсолютный результат сразу по трем предметам. На ЦТ по истории Беларуси на централизованном экзамене по русскому и английскому языкам. Увидеть такое количество баллов девушка не ожидала, хоть и прилагала максимум усилий к подготовке. Теперь в планах поступления в лингвистический университет. Английский выбрала еще 2,5 года назад, потому что я знала, что английский во многих сферах жизни пригодится. И я стала его изучать. Еще точно не знаю, куда поступаю, но просто для общего развития. И потом я уже поняла, что я с языками дружу, и все хорошо. Полина, наверное, относится к тем ученикам, которые вот всегда очень добросовестно относятся. То есть, как бы, хороший конспект, хорошие ответы, хорошие там результаты на самостоятельных работах. Поэтому Полина была достойна результата. Для Дарьи Гуляевой учеба всегда в радость. Золотая медаль, 100 баллов на ЦТ по биологии и на ЦЭ по химии. Результат ежедневного труда. С будущей профессией девушка определилась еще в начале 10 класса. Хочет стать фармацевтом. Воплощать мечту в реальность будет в медицинском университете. Сначала, если честно, не поверила. Я очень, конечно, надеялась на такие высокие результаты. Конечно, очень была рада этому. Вот, немного испугалась какой-то даже степени. Подумала, точно ли я это правильно посмотрела. Но когда уже осознала, что это точно вот оно, был очень радостно мне было. Точность подсчетов. Антону Сакуну заветную сотню на ЦТ принесли знания физики. Естественной наукой парень интересуется с детства. Высокий результат и на ЦЭ по математике – 96 баллов. Впереди поступление в БГУИР и углубленное изучение познавательных дисциплин. Огромный вклад в мою подготовку внесла мой учитель Кричко Светлана Викторовна. Она постоянно нам давала проверки на формулы. Она давала большое количество дополнительных занятий, у нас были множество факультативов. Она прекрасно объясняла задачи. Ты мог приходить с ней с любой задачей. Вы ее разбирали, рассматривали формулы, искали каких-то дополнительных источников информации. Всего в Бобруйске 100 баллов на ЦТ у 8 человек, на ЦЭ у 25. Абсолютный результат показали 599 белорусов. Максимальная оценка по двум предметам у 20. В 49 учреждениях высшего образования продолжается прием документов. Более 52 тысяч абитуриентов планируют набрать в этом году. 28 тысяч будут обучаться за счет средств бюджета. Зачисление на такие места пройдет по 4 августа, на платные по 11. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.